привет! Меня зовут Лилия Бойко, и сегодня у нас на обзоре Skoda Kodiaq. Самая большая машина линейки Skoda, внедорожник. И, кстати, я всегда мечтала водить внедорожник, но к Skoda относилась, ну, так скептически. У нас в обществе сложился такой стереотип, что Skoda – это машина, ну, не очень качественная и довольно дешевая, но... Мы на ней проехали, вот сейчас снимаем видео в Закарпатье, живем в Киеве, то есть около 800 километров. Я вожу ее около недели уже, и скажу вам, этот стереотип у меня сломался. Ой, подопается все тут! Сейчас Skoda — это реально классный, аутентичный дизайн. Она взяла вот эти резкие такие линии, которые сейчас в тренде, да, стильно выглядит экстерьер автомобиля. И при этом она не скопировала другие марки, как это бывает в автобизнесе. Так что, ну, конечно, есть определенные минусы, которые я заметила, но плюсов здесь гораздо больше. Это реально автомобиль на уровне, я бы сказала. Ну все, едем до дома, так? Так, на такой крутой. Переходя к фишкам автомобиля, первое, что хочу заметить, это оптика. Она здесь выглядит круто и при этом классный функционал. Фары автоматически переключаются с ближнего света на дальний и наоборот, что удобно при езде на трассе. И плюс есть боковая подсветка. То есть, когда вы поворачиваете, автоматически у вас включается освещение зоны в той стороне, куда вы поворачиваете. И это очень удобно в мегаполисах с плотной застройкой, где часто, особенно во дворах, не продуманы вот эти повороты, где дети могут выскочить внезапно на дорогу, а зимой, вот когда короткий световой день, таких ситуаций миллионы. У нас три машины! Аглотики, Мерседес и Элантра, еще Skoda! Также эта машина оснащена дистроником. Что это такое дистроник? Есть круиз-контроль, есть более продвинутая его версия дистроник. Круиз — это когда вы задаете машине определенную скорость, которой она придерживается, ну, на долгих дистанциях. Дистроник цепляется за машину, за которой вы следуете. То есть он поддерживает скорость автомобиля перед вами. И если тот автомобиль тормозит, то ваша машина автоматически тоже сбавляет скорость. Мы на машине проехали из Киева в Закарпатье 800 километров и при этом даже не устали, потому что не чувствуется такой длительной дороги. Ты, считай, отдыхаешь за рулем. Конечно же, иногда там нужно притормозить, когда там, ну, резкое торможение, да, то есть контролировать ситуацию, но в целом просто отдыхаешь за рулем. Мне подумается все тут. Его надо новенько. Следующая фишка очень простая, но при этом максимально облегчает жизнь, особенно родителям. Я о ней уже упоминала у себя в Instagram Stories. Это, наверное, новинка. Такого еще нигде не видела. Посмотрите. Видите, накладка резиновая, которая высовывается при открытии двери. Она не дает поцарапать рядом стоящий автомобиль. И те, у кого дети, меня поймут, потому что она есть на всех дверках. У нас стоит автокресло, я часто езжу с ребенком, и даже если у вас здесь стоит блок на этой двери, то ребенок может прилезть на переднее сиденье, выйти через другую дверку и открыть дверку машины, когда плотно рядом стоит другая, и может таким образом ее поцарапать. Я постоянно об этом переживаю, поэтому вот эта вот штука просто спасает и, ну, не дает нервничать родителям лишний раз. Вот это тут, ручка. Как и в большинстве больших автомобилей, внедорожников, у Skoda Kodiaq есть дополнительная функция установки третьего ряда сидений, то есть машина может быть семиместной, что удобно, если у вас большая семья. И что самое интересное, даже в базовой комплектации здесь уже идет усиление звука внутри автомобиля. То есть если вы разговариваете с теми, кто сидит на заднем сиденье, а вы на переднем, то вы друг друга хорошо слышите, потому что здесь искусственно усиливается звук.
Багажник закрывается автоматически, естественно, без дополнительных сидений, он просто огромный. Ну и перейдем в салон. Ой, я сломала закрытую дверь. Всегда не скажешь, но машина реально большая. Я специально села на заднее сиденье, чтобы продемонстрировать ее размер. Здесь, кстати, откидывается спинка, удобно для езды на длительные дистанции. Как видите, у меня расстояние от колени до сидушки, это вот на положении, в котором я езжу, приличное. То есть даже кто-то покрупнее меня, повыше, здесь себя чувствовать будет комфортно. Блин, там маленькое место. Ты разломаешь машину. Постараюсь, Марк, не разломать. GPS показывает, не гидь. Естественно, в большинстве впечатления от машины складывается от ее комплектации. У нас она богатая, здесь есть и мультируль, и большой мультимедийный экран, куда, кстати, можно подключить Apple CarPlay, что уже не новость, но это тоже очень удобно, то есть мне не нужно брать в руки телефон во время езды, я все основные функции могу сделать через экран. Кнопок здесь в меру, ни много, ни мало. Тоже все удобно, интуитивно, понятно, что где. Можно включить оффроуд 4x4. Машина, кстати, проехала уже 30 тысяч километров, но при этом кожа в идеальном состоянии. То есть здесь качественная обивка и руля, и сидений. На боковых зеркалах есть индикатор помехи справа-слева для избежания аварийных ситуаций. Единственное, вот из минусов, не хватает люка, ну или панорамной крыши вообще в идеале. Вот это, например, пластик, он хорошо стирается, не оставляет отпечатков, но на экране, сейчас мы его, естественно, протерли до съемки, но здесь он очень быстро заляпывается. То есть, может быть, нужно сюда наклеить пленку или не знаю, какой выход найти. А также, какой минус мы еще заметили, вот сейчас я заведу, продемонстрирую. Заводится она тоже, кнопка старт-стоп, если ключ в автомобиле. Ого, цена без ключа кнопка. Так. Этот недочет сложно заметить, мы видели только во время сильного ливня, когда ехали сюда. Правый дворник, вместо того, чтобы останавливаться на середине лобового стекла, не мешая обзору водителя, останавливается на части водителя. Получается, он сбрасывает постоянно воду, мешая видимости. И при сильном дожде это реально проблема. Частично ее можно, конечно, решить заменой щеток на более качественное, но мне кажется, это реальный конструктивный недочет Шкоды, который, я надеюсь, она в скором времени исправит. Давай мы возьмем все твои гроши и купим такую машину. Давай. И у нас не будет грошей. И ты будешь сам нам всем зарабатывать, на тебе, и маме, и мне. Ну и резюмируя все вышеперечисленное, машина действительно стоит своих денег, она выглядит и ощущается дороже, чем есть на самом деле. Кстати, это очень безопасный автомобиль, имеет 5 звезд по тестам Euro NCAP, 8 подушек безопасности даже в базовой комплектации. Так что, на мой взгляд, это идеальное соотношение цены и качества. Если вы ищете недорогой, комфортный внедорожник, то Skoda Kodiaq может быть вашим выбором. Напомню, меня зовут Лилия Бойко, подписывайтесь, лайкайте и до встречи в следующих видео. Пока-пока!